Друзья, всем привет! В этом видео я сейчас вам покажу кавалерку, в которой я сейчас нахожусь. Сегодня сняли, подписали договор. Сразу расскажу, что кавалерка стоит 1300 злотых плюс 300 злотых коммунальных услуг, в сумме 1600. Сюда входит все на начальной стадии, так договорились, так как квартира еще новая. И еще непонятно, сколько будет там света, воды использоваться. Примерно взяли 300 злотых. Также будет включен интернет. К этой квартире еще есть подвальчик. Сейчас я в нем нахожусь, спустился, показываю. Здесь можно положить там, не знаю, что угодно, резину, велосипеды. Ну, достаточно такой просторный, я бы вам сказал. Закрывается вот такой дверью. Правда, дверка, конечно, такая слабенькая. Кауция 1500. Находится район Пщеполе, 7 километров до рынка, до центра. Квартира новая, только ее заселяют. Новенький домик, подъезд, все не очень классно сделано. Нахожусь в подъезде, смотрите, такой домофончик новенький, прикольный, с камерой даже. Здесь вот закрыто, код надо знать, чтобы туда зайти. Почтовые ящички. Сейчас пойду на внутренний дворик, как выглядит внутри. Вот здесь будут люди жить в одной из квартир, кавалерок. Забыл сказать, 29 квадратов всего. Кавалерочка такая маленькая. Вот. Ну, такие вот цены. Сидели мы, смотрели тоже. Дешевле, чем самое дешевое, то, что нам попадалось. Так, 1450 вообще за что-то страшное. Тоже сидели, всех звонили, очень тоже сложно найти, все то ли занято, то ли 1600-1700, вот такое. Ну вот решились на новое за 1600 на Пщеполе. Автобусы здесь есть, рядом Лидл есть, 750 метров. И торговый центр Корона еще, кто знает, также находится здесь. Километре где-то, не, может, километр полтора. Всем спасибо за просмотр этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч, новых видео. Пока!